являются роботами, стреляют лазерами и ездят верхом на роботах-динозаврах. Вот так вот. Вау. Они хранятся у вот этого вот дядьки на руке, и он намекает, типа, поставьте палец вверх. Реально, ребят, вау. Если вам нравится наша рубрика, не забудьте поставить пальчик вверх, и мы с кошкой будем вам безумно благодарны. Кошка и ее армия бабочек. Так, идем, мы возьмем с собой что-то крутое. Я забираю вот это, можно Пандора боксы забрать. Кошкины морковки я трогать не буду. Отлично. Я вроде бы все, что мне было нужно, забрал. Кошка, ты готова? Ну, почти готова. Вот, я готова. Я в прошлый раз открывал лаки-блоки первый, так что в этот раз можно, чтобы ты начала. О, первое. Спасибо. Давай. Ну, а Пепе бежал оттуда, вот таки знал, вот и блин, все. Блин, вот тебе цветочек. Ты видел цветочек? А у меня всякая фигня. Так, а ну стой. Я знаю, что я там сделаю. Вилладжер, оцелотик, гигант. Да ладно, он что, призовется, что ли? Не, гигант не призовется, это вряд ли. Это слишком много сильверфиш. А вот это вот маленькая гадость, которая будет мне пытаться загрызть. Так, кошка, убить. Копай ее, если что, киркой. Она как раз кирки очень боится. Так, идем куда-то. Только вот не убегай далеко. И вообще, моя очередь, ничего не знаю. Каких-то лошадей маленьких понаспавнило, а линеобразных. Так, а что у нас тут? Здесь... Жора! Жора! Жора, не нужно! Жора, одумайся! Все стало гораздо хуже. Слышал, кошка нашла изумруды, алмазы. Давай, бери. Блин, так, у меня есть лук, но нифига хорошего больше нет. У меня вот есть для тебя блок. Отлично. Надо покушать. Блин. Кошка, там опасность. Я не пойду туда. Идем, я лучше буду сидеть здесь, есть морковки. Бежим. Давай. Бежим нафиг. Если найдешь стрелы, либо что-то еще, говори, кричи. Блин, печалька. Взрыв, да? Нет, не взрыв. Я думал, что сейчас где-то бахнет. Блин.